За 10 месяцев сотрудники спецподразделения «Кобра» 139 раз выезжали к больным, пожилым и одиноким людям, находящимся в беспомощном состоянии. Очередной случай произошел на улице энтузиастов. Спасателей вызвала председатель жилищного кооператива. По ее словам, помощь была необходима одинокой пожилой женщине, которая не отзывалась уже 2 дня. Спасатели открыли дверь при помощи домкрата. Ее нашли на полу, сильно изможденную, оказали первую помощь и вызвали скорую. Бабушка ослабленная, конечно, худенькая такая сама вся. Вовремя оказали помощь, так сказать, живая.